Отличная новость для театралов Уральска. В Казанском театре драмы имени Хадиши Букеевой идет новая постановка «Аялап Уте» в стиле поэтического фэнтези. Авторы этого портретного произведения, посвященного жизни и творческой деятельности поэтессы Фаризы Онгарсеновой, работники данного театра Нурлан Садыр и Нурлагуль Жубатова. Подробнее о премьере в сюжете Алмагуль Джемпиисовой. Постановка, построенная на произведении Фаризы Онгарсеновой «Улин Менсина Аялап Утем», имеет огромное значение для молодежного восприятия. Как известно, любое творение нашей поэтессы проникнуто патриотизмом, приверженностью и поклонением национальным традициям и обрядам. В сценической постановке мастерски обыграны негатив современности и картины человеческих судеб, нашли отражение и исторические поэмы. Новое творение актеров опровергает и сложившееся мнение о том, что молодежь не читает книг, не знакома с поэзией. Свидетельством тому стало чтение стихов поэтессы в стиле рэп. Премьера была представлена широкой публике 8 марта в Международный женский праздник и в день 80-летнего юбилея Фаризы Онгарсеновой. Поэтому не обошлось без ноток нежности и сокровенных душевных переживаний. Автор постановки, заведующий литературной частью театра Нурлан Садыр и режиссер Нурлагуль Жубатова сумели построить игру актеров выразительно и эмоционально. Был жалко, койлым. Вся эта постановка построена на стихах Фаризы Онгарсеновой, на ее словах, на ее заслугах перед обществом. Все, что видят зрители на сцене, все это образ нашей поэтессы. Мы ничего не добавляли сами. Мы постарались представить ее людям не только как ахана, но и в целом как личность, как деятеля, который всем известен. Мы знаем, что, будучи в парламенте, поэтесса защищала интересы матери и ребенка, поднимала вопросы экологии. Я думаю, зрители это оценят. Исполнительница главной роли Фаризы, заслуженный деятель Казахстана Гульжиан Шантемир, умело представила поэтессу зрителям, которые считают, что таких сценических произведений должно быть больше. К ним присоединилась и поэтесса Акуштап Бахтыгереева. Ведь такие культурные события благотворно влияют на молодежь. Я считаю, что поэзия нужна, чтобы пробудить в зрителе, в молодых людях чувствительность, приблизить их к сердцу поэта, привить милосердие. Я думаю, что это основная цель постановки. Поэтические строки Фаризы Онгарсеновой дают почувствовать огромную любовь человека к родной земле. Меня затронуло именно это. Я уверена, что эта постановка станет одной из любимых среди уральской публики. Нельзя не отметить, что публика была в восторге от премьеры. Новая постановка имела огромный успех. Алмагуль Джемпиисова, Рустем Ещанов, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.